Речь при том не перейти в плотный самок, это результат их наказания. То есть он может настолько сильно может отпустить за плот, он может отпустить. У каждого самца в гареме стрижом есть одна старшая любимая жена, которая обычно рождает больше детенышей, чем остальные. Она и ее детеныши попадают в привилегированное положение, то есть они имеют больше шансов, чем остальные. Например, эта самка имеет право одновременно есть со своим самцом, когда остальные имеют право даже пытаться себя пищить, пока себя целого. Все лакомые кусочки достают родителей ему. И после того, как уже самец насытился, остальные тоже имеют право поесть. Так эта самка, имеет право перебирать самцу шерсть, тем самым проявляя любовь и ласку. Там они находят обычно отверстие, опавшие волосы,